Здравствуйте, Петр Иванович. Доброе утро. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Желаю вам мирного неба, долгих лет жизни, внимания и любви. Большое спасибо за ваш подвиг. Спасибо, молодцы. Вот честное слово, честное слово. Я вот считаю сейчас Теркина. Вы знаете, слезы у меня пробивающие весь вечер. Уж так он написал, Теркин, это самый Твардовский автор, это все самого всего. Просто душа радуется, и от радости вот этой на душе, на душе и идет все замечательно. Петр Иванович, да. я хотел бы вам еще стихотворение рассказать. Я послушаю. С Днем Победы, ветераны! Поклон вам низкий до земли. Живите долго и спокойно, не зная горя и беды. Дай Бог вам крепкого здоровья, счастливых, светлых, мирных дней. Гордимся вами бесконечно. Ваш подвиг в памяти детей. Вы знаете, я рифмую, вот рифу я никак не могу оторваться, когда рифма так идет, что ой-ой-ой, я и сам очень люблю красивую рифму. А иначе, если, ну, не будем говорить там, но некоторые начинают что-то такое, а я начинаю смотреть, а где же рифма-то? Без рифмы это не стихотворение, я так рассуждаю. А когда рифма есть, замечательно, она берет за душу, а в душе в нашей сосредоточено все только положительное. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего самого доброго. До свидания.